Сегодня, оглядываясь назад, мне становится очень грустно от того, что как быстро проходит время. Я помню, как еще недавно мама привела меня в музыкальную школу. Мое первое знакомство со всеми, первое занятие. Музыкальная школа для меня — это дом творчества. В нем царит своя неповторимая атмосфера. Особенно, когда проходишь коридорами, и из каждого класса доносятся звуки разных инструментов, которые напоминают нам репетицию большого оркестра перед концертом. Как жалко, что мы сейчас лишены этого, и наш дом опустел без нас. Но даже в этих условиях вы, наши дорогие преподаватели, помогаете нам. И за это я хочу сказать огромное спасибо, за ваш труд, за то, что шли нам навстречу, когда у нас что-то не получалось. Этот год был очень трудным для всех, но мы справились. Спасибо вам большое.